Суровая машина законотворчества продолжает хуярить паровозом по кошелькам честных тружеников. Не так давно государство любезно предложило увеличить пенсионный возраст, а заодно и въебать НДС повыше. Зато пенсионерам пока разрешено бесплатно собирать в лесах падали сухие ветки. Казалось бы, эти неожиданные задумки теперь должны полностью решить все проблемы народонаселения. Но вдруг родилась очередная идея – велосипедисты. Эти коварные ушлепки ебашат по дорогам бесплатно, транспортный налог с них хер возьмешь, а бензин им вообще и в хуй не впился. Но инициатива все-таки нашлась. Собирать с велосипедистов утилизационный сбор за алюминиевые колеса и рамы, то есть новый налог на очередную хуйню. Но не стоит отчаиваться, бесплатный деревянный валежник пока никто не отменял, а из него можно спокойно сколотить двухколесную телегу и экономно пробздеться по городу. Вот такая поебень в моей деревне каждый день. Ты, блядь, едешь по дороге, ты велосипед, блядь! Я транспортное средство. Очередной дебильный флешмоб покорил сердца сетевых ебанашек. Его суть заключается в следующем. Испытуемый олигофрен садится в авто, включает там очередной популярный трек в жанре «Я упала с самосвала» и начинает крючиться на сиденье, изображая танцора. Даже такая тема звучит по-ебанутому, но это еще не конец. Затем опытный образец вылезает из машины и продолжает плясать и выебываться на камеру, в то время как неуправляемый автомобиль едет уже сам по себе. Дальше возможны варианты, причем один хуевее другого. Тройка счастливых лидеров по версии нашей редакции выглядит так. Бородатый мужчина в синем трико мощно ебался об столб, машина второй танцовщицы ускорилась и у нее спиздили сумку, а самый знойный вариант, как всегда, из России. Тёлку мощно охуячила дверью, потому как автомобиль встал. Редакция «Как там?» и госавтоинспекция предупреждают зрителей, что поебень в башке опасна для жизни.